На протяжении нескольких лет в Кузнецком колледже электронной техники действует клуб «Шаги к предпринимательству». Цель и задача этого объединения – помочь студентам-выпускникам в организации собственного дела. И радикальным решением проблемы является обеспечение самозанятости путем открытия собственного дела. Конечно, это, знаете, решится достаточно тяжело, есть много проблем, как материального, так и психологического характера. И вот сегодня люди, которых мы пригласили, надеемся, что они ответят на все ваши вопросы. И в будущем, если вы вдруг решите все-таки начать свой собственный бизнес, поверьте мне, они будут иметь самое непосредственное отношение к воплощению вашей идеи. А идей у выпускников много. Это и организация услуг бытового сервиса. В этой фирме студенты планируют осуществить уборку квартир и частных домов. Это и открытие парикмахерской, организация по ремонту бытовой и компьютерной техники. Уже сейчас будущие предприниматели начали работать над бизнес-планами, которые в дальнейшем планируют предоставить в Центр занятости населения для получения государственной поддержки. В этой программе участвуют только не занятые, безработные люди. То есть вы можете участвовать в этой программе после окончания техникума, когда уже получите дипломы. На заседании клуба «Шаги к бизнесу» ребята встретились с известными, успешными в городе людьми, выпускниками этого учебного заведения. Среди них и Сергей Романов, генеральный директор ООО «Полимермашсервис». Он отметил то, что главное в ведении бизнеса – это желание работать, и тогда добьешься успеха.